представляешь? И там в кустах сидел маленький-маленький ежик. Ой, привет! А я рассказываю, как встретила на даче настоящего ежика. Представляете? Ой, а я никогда не видел настоящих ежиков. Ничего, я покажу тебе, как они выглядят. У меня как раз есть раскраска ежик. Царевна, а ты знаешь, с какой буквы начинается слово ежик? Ну, конечно, ежик начинается с буквы Ё. Это не простая буква, она такая же, как буква Е. Помнишь, мы учили в прошлый раз? Только у Ё две точки сверху. Вот, смотри. Палочка. Черточка, черточка, черточка. Вот, как Е, только две точки сверху. Ё. Ого, вот это да! Всего лишь две точки и уже другая буква. А давайте раскрасим моего ежика. Итак, я начну со спинки. Раскрашу ее коричневым цветом. Угу. Я буду очень-очень стараться. Главное, когда раскрашиваешь, не выходить за линии, чтобы рисунок был самым красивым. Я очень люблю раскрашивать. Я взяла коричневый цвет, потому что я видела такого ежика у нас на даче. Его спинка была коричневая, а иголки блестели. А здесь я раскрашу оранжевым. Я очень люблю оранжевый цвет. Он такой яркий, как солнышко. Так. Кажется, у меня неплохо получается. Добавим побольше. Ух ты, какая спинка у нас получается. Еще чуть-чуть. И вся спинка у нас раскрашена. А теперь я возьму желтый и раскрашу желтым лапки и мордочку. Смотрите, какая красота. Ой, как я хочу скорее все это раскрасить. Так, лапки, еще лапка, вот здесь, еще чуть-чуть. А теперь я возьму красный и украшу носик красным. Здорово! Бровь будет черная, а глаз зеленым. Пожалуй, чего-то не хватает. Точно, иголок! Я вырежу из этой серебристой бумаги иголочки в форме треугольника. Сначала я отрежу вот такую полоску и нарежу треугольники. А теперь, о, смотрите, сколько иголок! Теперь остается их приклеить. Готово! Ух ты, смотрите! Это самый красивый и блестящий ежик! Оп! Какой красивый ежик у тебя получился, царевна! Да, точно такого же ежика я видела у себя на даче! Ой! Фыр-фыр-фыр! Привет, ребята! Спасибо, что разукрасили меня и оживили! Давайте дружить! Конечно, давай дружить! А у нас как раз есть песенка про ежика и про букву Ё. Давайте послушаем ее вместе. Ежик елочку несет, надо встретить Новый год. Отдохнет он, посидит, и вперед мороз сердит. Это буква Ё, и грозно воют волки, где же дом? Ёжик ёжится морозно, тащит ёлочку с трудом. Тащит ёлочку с трудом. А под ним замерзший лед, кто там с ёлочкой плывет? Тоже праздник под водой, это ёлочка.
ёршик молодой. Это буква Ё, и грозно воют волки, где же дом? Ёжик ёжится морозно, тащит ёлочку с трудом. Тащит ёлочку с трудом. Тащит ёлочку с трудом.